Всем привет! А у нас сегодня новая фотопрогулка. И фотосид мы решили в этот раз устроить на Витебском вокзале. И вот, сейчас зашла, смотрю, боже, какая здесь красота. Сейчас прогуляюсь, посмотрю локацию, пока модель моя едет. Ну что, пошли смотреть. Здесь, конечно, очень эффектно. Особенная какая-то атмосфера. Там девчонки фотографируются. Очень красиво, конечно. Потолок красивый. Пойдем посмотрим, что там дальше есть. Минутка истории. Витебский – самый первый вокзал в России. И первый отправившийся со станции поезд стал паровоз «Проворный». Что я вижу? Смотрите, автор и строитель первой железной дороги в России, Санкт-Петербург, Царское село, Павловск. Открыто 30 октября 1837 года. Франц Антон фон Герстен. Прикольно! Вот он, этот дядечка. Ну, спасибо тебе за железную дорогу. Все как будто бы, как будто попадаешь в другой мир, в другой век. Эти конструкции, потрясающе. И вот в сопровождении к своим фотографиям еще минутка истории. Вот в этом паровозе «Проворный», кстати, машинистом как раз и был Франц Герстнер, и с ним в качестве почетных пассажиров в том числе был император Николай I. Первый раз вот они поехали вот в таком составе. Очень интересное и самое историческое место. Очень здесь красиво, потрясающе. Признаюсь честно, находиться здесь просто дух захватывает. На секунду задумываешься, какое это историческое место, и просто тепло на душе становится от того, что ты имеешь возможность здесь быть. Пам-пам-пам-пам-пам. Сейчас в парке посидим, кофе попьем. Кстати, кофе очень вкусный. Кофе очень вкусный. И потом можно будет еще погулять. Обожаю этот кофе, рекомендуем, да. Прошел, проверку. Бесплатная реклама. Да, да, да. Осень обожаю просто. Очень хорошо продуктивно пришла съемка. Посмотрите, что получилось. Сама модель моя ушла за плюшками, потому что, в общем, желательно что-то поесть. И очень красивая осень, очень. Уже эти листики обожаю просто. Так что ждем мою модель с плюшками, пьем кофе и будем здесь делать еще фотосет. Очень красиво, очень. И погода позволяет. Здорово вообще. Вот хочу заметить, сколько была в этом районе, ни разу вообще не было желания зайти, почему, не знаю. Вот как раз на фоне Витебского вокзала, где мы сегодня проводили фотосессию, в парке, где можно посидеть, кофе с пирожками попить. Ни разу почему-то не было желания зайти туда, посмотреть как-то вообще. Хотя самый первый вокзал. Хорошо, что совместили приятное с полезным, посмотреть и историческое место. И сделать пару красивых фотографий. Здесь очень мило, тепло. Здорово, сейчас на улице такая тепло, хорошо. Пошли мы посмотреть на красивый фонтанчик. Хоть он и как-то грустно. О, господи, что солнце? Грустно заливает. Но посмотреть его хочется. Сейчас посмотрим. Ой, ты какой хорошенький. Классный.
поближе хотела показать самый старый, самый красивый вокзал. Вот, наконец-то, мы здесь сделали фотосет. Очень красивый. Очень красивое здание. Ну и после, конечно, была прогулка по городу. Невозможно просто идти не фотографировать уголки какие-то эффектные, дома. А также зашли в магазин «Счастье». Опять же, невозможно пройти без этого вкуснейшего пралине. «Счастье» просто по кругу и везде, и во всем мире. Санкт-Петербург вот и по праву называют один из самых красивых городов мира. Вот какие-то мелкие милые детали, которые просто впечатляют и остаются в твоей душе навсегда, запоминаются красиво, эффектно. Очень люблю гулять по городу. Ну, собственно, наверное, по моим влогам вы уже заметили. Вот очень нравится все. В Пассаж зашли. Одно из самых тоже эффектных мест. Это, ну, чем-то можно сравнить с ГУМ на Красной площади, и здесь тоже невозможно было просто так ходить, потому что такие мелкие, милые, интересные детали всюду. В общем, мы зашли в Пассаж, я увидела одну такую красивую вещь, что я не могу уйти. Я сейчас все куплю, и все. Ну и все. Она просто потрясающая. Она невероятная. Ее нужно иметь всем. Всем. Просто влюбилась в этих матрешек. И одну я сейчас заберу себе. Это мое. Я сегодня личный фотограф. Вот они, красотки. Ну что, ребят, девочка эта красивая у меня. Все, я буду носить. Ну что, заканчивать, пора гулять. Целый день сегодня гуляли, но... Как проходить мимо красоты? Вы уже знаете, я не могу. Поэтому... Остаюсь. Мы тут решили тоже пару кадров на этой красоте. Моя модель превратилась в моего фотографа. Нам не выбраться из тьмы. Ну, в общем, я тут решила уже расстаться со всеми, но ведь не судьба, приходится гулять. Прогулка продолжается. Прогулка продолжается, никак закончиться не может. Ну что же делать, придется гулять. Но зато классно. Красиво. Да, когда ты пошел гулять, правда, не можешь остановиться. Тебя все куда-то несет и несет. Я не знаю, сколько мы сегодня уже прошли. 100 миллионов километров. Кстати, 13 тысяч 76. Шагов? Да. Прогулка по ночному Питеру, ребята, просто завораживает.
да, лакрица. Просто так не естся. Нужно приехать в Питер, пойти на Дворцовую площадь и слушать Наутилуса. Обожаю уличных музыкантов. Вот так мы напелись и поехали домой. Спасибо за просмотр. Пока!